вами здесь 30 минут, да? Да, отработать 15 минут. И напомнить родителям, потому что здесь мы видим, кто с родителями, напомнить родителям, что вы знаете, значит, нет, я один буду как алкоголик пить. Это тоже считает неправильно. Я же не спорю с вами. Друг. А девушки? А вы не знали, что после 10 нельзя находиться на улице? Знали? Да. А почему гуляете без разрешения, без сопровождения родителей? Просто гуляли и все. Понятно. Ладно.